Поехали. Информатор тут. Послушаем, что он скажет. Йоу, здесь враги. У тебя кое-что есть для меня, да? Теперь это вдвое дороже. Не выделывайся. Говори, что должен, и проблем не будет. Ладно. Дело такое. Красавчик должен, во что бы то ни стало, отправить кучу бабла боссам в Мексику. Сегодня ночью уходит неслабый конвой. Большой? Пара грузовиков с наличкой. Плюс несколько бронированных джипов. Может, даже и вертолеты. Ни хер в стакане. Где эта колонна? Без понятия. Красавчик стережется конкретно. Только он и водители знают маршрут. Дело плохо. Нужны координаты. Их нет. Но я знаю, где красавчик. Здесь Куани, чтобы проконтролировать груз. Проследите за ним. И деньги ваши. Ладно, ищем красавчика. Не стрелять, пока не увидим деньги.
дрон в воздухе. Вижу капитана. Видим красавчика Боуман. Он приведет нас к деньгам. Поняла. Мы повесили жучок на его телефон. Если он кому-то позвонит и скажет о деньгах или маршруте, вы это услышите. Приближаемся к цели. Красавчик на чеку, так что делаем все тихо. Vão ficar felizes. Não vou ligar pra como vai acontecer. Это не делает затею менее безумной. Придумать бы что-то получше. Não tem outro jeito. A gente não tem tempo pra outro jeito. Você sabe que é o único homem que pode fazer isso. Ah, ты мне просто льстишь. Но мне приятно. Детка, люблю тебя. Дай трубку дочке. Папи, você vem pra casa? Скоро, лапонька. Только съезжу кое-куда. Веди себя хорошо, слушайся маму. Posso ter um cãozinho? Eu quero um pequeno, marrom e fofo, ou talvez amarelo. Милая, у тебя будет все, что захочешь, когда вернусь. Папа тебя очень любит. Tá bom, tchau. Прощай, милая. Мы нашли колонну, Боуман. Не меньше трех тяжелых грузовиков. Одна вертушка. Эти грузовики с деньгами не должны добраться до Мексики. Кроме того, также важно уничтожить красавчика. Так мы поссорим мечтателя с Нидией. Принято. Готовы? Открыть огонь. Вас понял. Это мой шанс. Готов. Атакую. Объект уничтожен. Повторяю, красавчик убит. Черт, нас заметили. Открыть огонь. Вас понял. Эскорт уничтожен.
Боуман — это намат. Грузовик с деньгами уничтожен, красавчик убит. Великолепно. Королева красоты в королевской заднице. Посмотрим, сбежит ли она или метнется к мечтателю за прощением. Так или иначе, она объявится, и тогда мы ее возьмем. Королева ошиблась. Она потеряла больше 17 миллиардов долларов. Нидия знала, что была в опасности. Ей нужно было время, чтобы свалить на кого-то вину. Найти жертву. Мне так жаль, милый. Тебе, мой король. Но этого было мало. Ты все испортила, королева. Я дал ей фору. Потому что я любил Нидию. Но в Боливии на любви далеко не уедешь. Намат, только что узнала. Нашими стараниями королева красоты оказалась в такой глубокой жопе, что она уже труп. Мечтатель послал бригаду убить Нидию и ее дочь Валерию. Где искать нашу красотку? Нидия с дочкой прячется у себя на Асенде. Там ты мы эту птичку и поймаем. Отвезите их с Валерией в безопасное место, и она нам все расскажет. Отправляемся. Конец связи. Мы такой урон нанесли делам Нидии Флорес, что мечтатель решил лучше обойтись без нее. Изымите ее вместе с дочкой, пока убийцы их не нашли. Ладно, поехали.
Запускаю дрона. Черт, смотри. Серебряный рудник Барвечес. Полагаю, тоже принадлежит Санте-Бланке. Она тут наложила лапу на все. Вопрос на миллиард. Кто это покупает? Нефть, минералы, наркокартели и террористов. Все это как-то попадает на рынок. Это пятый. Я иду на позицию. Занимаю позицию. Мне надо сменить позицию. Ясно? Цель получена. Еще один, это пятый. Вижу цель. Близко к гражданским. Я иду на позицию. Цель выбрана. Жду указаний. Цель пропала. У меня есть цель. Аккуратней, не попади по гражданским. Сигнализация выключена. Машина сигнализации. Занимаю позицию. Цель отмечена. Дайте найти хорошую позицию. Ясно. Цель выбрана. Ясно. Иду на позицию. Все готово. Жду указаний. Я иду на позицию. Цель выбрана. Жду указаний. Вижу цель. Рядом местный. Ясно. Сейчас выйду на позицию. Нужна позиция получше. Цель получена. У меня есть цель. Черт, нужна позиция получше. Этот пятый. Жду сигнала. Видим цель. Вокруг много гражданских. Цель исчезла. Цель. Вокруг много местных. Ясно. Выдвигаюсь.
Жду распоряжений, босс. Не вижу цель. Все готово. Жду указаний. Занимаю позицию. Цель. Мне надо сменить позицию. Ясно. Иду на позицию. Ясно. Цель выбрана. Жду сигнала. Стреляю. Все нормально. Черт, люди мечтатели напали на Сьенду. Двигаем. Похоже, мы их рассердили. Спасибо. Занимаю позицию. У меня есть цель. Вертолет, ложись! Огонь! Принято. Черт, у нас потери! Тихо, я уже иду. Всем залечь, вертушка. Я иду на позицию. Дайте найти хорошую позицию. Черт, нужна позиция получше. Вижу цель. Ясно. Цель получена. Все готово. Враг готов. Вертушка, ложись.
Эти козлы идут сюда. Какой у нас план? Занимаю позицию. Мне надо сменить позицию. Цель отмечена. К нам летит вертушка. Чисто. Вижу Нидию с дочерью. Они нужны нам живыми. Мама! Прячься, Валерия! Ближе не подходи! Прячься! Валерия! Полезай в вертолет! Мама! Нет! Хочешь убить меня, падаль? Ну давай! Но к моей девочке я вас, суки, не подпущу! Мы не обидим ни тебя, ни твою дочь. Нам нужен мечтатель. Поможешь нам, защитим тебя. Не гони! Так я вам и поверила. Выбора у тебя нет. Думаешь, выживешь в одиночку, да? Ты лучше нас знаешь, мечтателя. Он не остановится, пока ему не принесут твою голову. Мы твоя последняя надежда. Мечтателя я вам не сдам. Посмотрим. Мы возьмем твой вертолет. Тут полно всяких лампочек и тумблеров. Погнали, погнали! Командир очень большой дядька, как грузовик с прицепом. Говорят, он высокого роста. Ты не любишь Эль-Хефе? Я тоже не люблю. Дочка, замолчи, закрой рот. Ты не любишь его, потому что он хотел обидеть тебя и маму? Нет, я не люблю его, потому что он лысый. Ну, ничего плохого в лысине нет. Такая наследственность. Отстань от нее. Это полная лажа. Да вы же кинете меня при малейшей возможности. Все зависит от тебя. Ведь это вы, подонки, настроили мечтателя против меня. Все было нормально, пока не пришли вы. Твоя жизнь была в опасности, и ты сама это знаешь. Это мечтатель подсылал к тебе убийц, а мы спасли тебя и твою дочь. Верно. Но сначала все разрушили и отняли все, что я имела. Ну, не совсем все. Приближаемся к точке. Лапонька моя, запомни, мама очень любит тебя. Ладно, мама. Thank you.
Компас! Парни Нидии будут сражаться с бойцами Спрута? Я не буду говорить. Ладно, и не надо. Лучше послушайте. Я расскажу вам историю. Жила-была прекрасная принцесса по имени Ниди. Однажды она встретила могущественного короля, которого звали Мечтатель. Она его полюбила. Он был для нее как отец, которого у нее не было. Больше всего она хотела, чтобы он ею гордился. Нидия так боялась его подвести, что ради него отказалась от любви своей жизни. Отца своего ребенка. Но и этого Мечтателю было мало. Недостаточно. Он хотел больше. Да что вы знаете? Я знаю одно. Я знаю, что как только я подпишу эту бумагу, вас экстрадируют в Штаты, и вы никогда больше не увидите свою дочку. Она попадет к приемным родителям, и через 5 лет вас и не вспомнит. Мы с вами обе через это прошли. Мы знаем, каково это. Мы знаем, что творится с детьми в таких семьях. Вы хотите, чтобы Валерия тоже через это прошла? Кого выбираете? Валерию или Мечтателя? Ладно, согласна. Программа защиты свидетелей и полный иммунитет. Идет? Вы мне отдадите Мечтателя? Я дам вам вечную жизнь. Моя сеть была полностью разрушена. Ни кокаина, ни денег. Остатки наркоты в целлофановых пакетах валялись повсюду. Портились, приходили в негодность. Мои люди не знали, получат ли зарплату. Я потратил годы на выстраивание этих схем. Люди, транспорт, связи. Все исчезло. И королева красоты тоже. Я дал Ниди и Флорес все, а она трусливо сбежала от меня. Вместо того, чтобы гордо умереть. Остаток жизни она будет прислуживать Янке. Она ни за что убила отца своего ребенка. Удивительно. Убираешь несколько боссов, и весь механизм разваливается.
для тебя очень важная информация. Что такое? Мечтатель. Один из моих людей говорит, что видел его. За все время, что мы в Боливии, это первый раз, когда кто-либо не из картеля видел мечтателя. Что это за человек? Понимаю твои подозрения. Тут много неясного. Но теперь, после всего, чего мы добились, ему поневоле приходится проявляться. Картелем больше некому руководить. Это наш шанс изгнать его из Боливии. Дай координаты места встречи. Мы прибудем.